Для тех из вас, кто не знает Димаша, золотого голоса вселенной, Димаш из Казахстана. Казахская народная песня под названием «Дудерай». Она повествуется от лица русской девушки, которую зовут Мариам. Мою бабушку так зовут. И она сильно влюблена в кудрявого казахского юношу по имени Дудар. 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 Одна из главных строчек в песне – это когда она говорит, что рождена только для него. И после этого следуют ласкательные слова кудрявому юноше. А если вкратце, то это песня о любви русской девушки к казахскому парню, невзирая на их различия. Давайте глянем. CCTV One China, Дудерай. Казахская народная песня. Господи. Какого? Вы тоже этого не ожидали? Это ж что за... Я думал, это инструмент, а это не инструмент, это его голос. Казаха тудар деген
Меня взяло. Ух, как зацепило. Вот тебе на. Обожаю этого чувака. Никогда не перестает удивлять меня каким-то образом. Здесь есть кто смотрит Димаша в первый раз, потому что я знаю, что у нас есть новые люди. Да, ребят, этот голос сносит крышу. Добро пожаловать. Это даже не близко к тому, на что он реально способен. Он это абсолютно редкий экземпляр. Экземпляр. Чтоб меня. Господи. Люблю этого парня. Это было 2 дня назад? Знаете, за что я люблю его, кроме его голоса? Его голос необыкновенный, а диапазон просто не имеет аналогов. Он рассказчик, и мне это нравится. И мое самое любимое в нем – это гордость за свою нацию, историю, страну, которая полностью выражается в его работах и искусстве. А его фанаты – это же их любовь и обожание, и гордость, которую они чувствуют за него – это такая же гордость, которую он чувствует за свою страну. И на это просто любо-дорого смотреть. Это такой позитивный круг, возникший между артистом, страной и людьми. Диарс, молодцы. Боже, это было прекрасно. Я не ожидал, что там так будет. Кто-нибудь знает название этого инструмента? Я знаю, мы видели это в другом видео. Вроде бы это слово начинается на «к». Домбра? К этому рядом не было. Домбра. Домбра a... Это казахский инструмент. Почему я думал, что на «к»? По его лицу не скажешь, что это он поет. Как и не скажешь, что тот, кто поет вот это, берет эти небывалые ноты как инструмент. Нифига. Вот о чем я говорил. Это... Кобез. Или нет? Необычайно. Поэтому я называю этого парня инопланетянином. Вот прям как вы пишете. И еще я обожаю, когда Диарс комментируют. Пишут, насколько они его любят. Люблю этот позитив. И все строчат как один. Он величайший певец во вселенной. И я такой... Мы не способны это оспорить. Хоть это и смелое заявление. Это вполне вероятно. Этот же парень летает сквозь звезды. И делает меня счастливым. Dimash.